Документы на машину, лицензионную карточку на автомобиль. Нема. Шашечки на крыше – это еще не такси, говорят в транспортной инспекции. Проверяя документы, выясняется, что разрешения на перевозку пассажиров у водителей нет. Даже если вы едете без пассажира, эксплуатация легкового автомобиля, облаштованного как такси, без наявности лицензионной карты. А кто такси? Вы из такси. У вас автомобиль был оборудован. Вы сколько же брали? Я не таксометра не заслужил. У всех таксистов отговорка одна. Люди в салоне – это либо родственники, либо знакомые. Кого вы перевозите? Перевозки пассажира. Девушку. Пассажира? Нет. А кого? Девушку. Родственник кто-то, да? Можете назвать имя, фамилия, кто это? Кто с вами? Ну, меня попросили перевезти, мои друзья. Не все пассажиры признаются в родственных связях с водителями. Анастасия ездит на такси практически каждый день. Обычно пользуется услугами двух служб. Заказывая машину у диспетчера, девушка надеется, что к ней приезжает легальный перевозчик. Чистые машины, водители, ну, вроде не хамят, ну, когда как. В принципе, ну, довольны. Единственное, что когда раньше приезжают и включают счетчик. Вот это вот, ну... Говорят, 10 минут, приезжают через 3, выходишь, а на счетчике уже считается. Ты, ну, как бы 10 минут дали. Ну. Цель совместного рейда транспортной инспекции, ГАИ и налоговой – выявить таксистов, которые работают без лицензии. Водители об этом узнали очень быстро. Местом для проведения рейда выбрали пересечение набережной и бульвара Шевченко. Буквально через несколько минут после начала машины с шашечками просто исчезли с улиц города. В легализации такси заинтересованы и органы местного самоуправления. Экономический ущерб наносят, потому что если нет лицензии, мы же не знаем, как работает водитель. Водитель ли он, либо эта машина принадлежит фирме, а водитель работает без трудовых договоров. То есть нету оплаты ни по налогам, ни по пенсионному фонду и так далее. В отношении водителей, которые перевозили пассажиров без лицензии, сотрудники транспортной инспекции составили акты. Оштрафовать мы их не можем. Значит, мы... Когда пробиваем по базе данных после составления акта, если он не предприниматель, мы посылаем на налоговую службу данные о этом водителе, и уже там налоговая служба принимает к ним меры. Но сейчас буквально мы ждем, как обещают, до Нового года будет принят новый закон по такси. Значит, там ужесточаются вопросы воздействия на таких таксистов. Александр Кушнир говорит, в новом законе будут предусмотрены штрафы не только для нелегальных таксистов, но и для диспетчеров, которые с ними сотрудничают. Дарья Захарова, Кирилл Иванов, «Панорама».